23 марта президент Республики Татарстан Рустам Миниханов посетил Институт филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета и оценил уровень подготовки вуза к переходу на дистанционное обучение. Рустама Миниханова сопровождал ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. 16 марта Министерство образования и науки Российской Федерации рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение в связи с распространением коронавируса. 19 марта Казанский федеральный университет в числе других республиканских вузов перешел на дистанционное обучение. Переход прошел плавно, без значительных сбоев, так как университет уже имел наработанные технологии в области дистанционного образования. Во время посещения вуза Рустам Миниханов осмотрел аудитории, где ведутся онлайн-лекции, и в одной из них пообщался со студентами по видеосвязи, а также посетил Центр цифровых образовательных технологий EduTech. Ну, это очень работаем, да. Хорошего дня, хорошей учебы. Спасибо. Хорошего дня всем. Спасибо большое. Вам тоже спасибо большое. Президент Республики Татарстан рекомендовал не только студентам, но и всем тем, кто также находится на карантине, проводить время с пользой. У студентов появились новые возможности для самообразования. Для этого было организовано обучение всего преподавательского состава работе на площадке Microsoft Teams. Благодаря ей преподаватели могут проводить занятия в режиме реального времени с любого устройства. Мы имеем возможность работать в режиме тестирования. Самое главное, чтобы мы давали нашим студентам полный объем материала. На сегодняшний день практически 45 тысяч студентов находятся одновременно вот, на работе по этой системе. Университет сегодня в каждом структурном подразделении имеет центры перехода на цифровые технологии, и поэтому мы готовились заранее, не коронавирусные инфекции готовились заранее, да, мы вообще центры цифровых трансформаций создали везде, и вот это послужило как бы центрами, да, контроля и работы в дистанционном режиме. Университет сегодня полностью готов. Я думаю, это будет очень хорошим уроком для нас всех. Общежитие Казанского федерального университета также переведено на карантин. В нем отменены все массовые мероприятия. Также в стенах общежития размещены информационные стенды по профилактике коронавируса, установлены дозаторы с дезинфицирующим средством. Диана Жиленкова, Универньюз.